То, что незаконный бизнес – очень прибыльное предприятие, давно уже является секретом Полишинеля, то есть об этом все знают. А потому и продолжают вести свой бизнес, являясь неопределенное время серыми кардиналами. Активно противостоят этому явлению специалисты налоговых инспекций. Проводятся различного рода рейды, контрольно-оперативные мероприятия, которые пресекают различные схемы ухода от налогообложения. В 2014 году только по Московскому району города Бреста налоговые инспекторы провели 479 внеплановых проверок. Везде были установлены нарушения. Оперативно-контрольные мероприятия обеспечили изъятие из теневого оборота товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму около 6 миллиардов рублей. Так, при проведении тематической оперативной проверки организации в сентябре 2014 года было установлено хранение товарно-материальных ценностей тканей в количестве 1500 квадратных метров на сумму 162 миллиона, без документов, подтверждающих их приобретение. На ткань наложен арест, составлен протокол и направлен в экономический суд по Брестской области. Также работники Московской налоговой инспекции постоянно проводят контрольные мероприятия, направленные на пресечение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Только в этом году более 200 человек попали в списки неблагонадежных. Сумма платежей, поступивших в казну государства, составила порядка 45 миллионов. Особое внимание при проведении контрольных мероприятий работника инспекции уделяется соблюдению субъектами хозяйствования приема наличных денежных средств. Так, за 9 месяцев текущего года было проведено 188 тематических проверок по соблюдению приема наличных денежных средств. Составлено 188 протоколов. Сумма штрафа составила 107 миллионов рублей. Не обходим без внимания также незарегистрированную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. Да, действительно, работа служб такси и деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей под особым вниманием у инспекторов налоговой, так как данные виды работ имеют высокую степень общественной опасности и связаны с безопасностью жизни и здоровья окружающих. Вот один из примеров. Так, в ходе тематической оперативной проверки гражданина, оказывающего услуги такси, была установлена деятельность без государственной регистрации. На автомобиль предварительной стоимостью 50 миллионов наложен арест. Деятельность эта оказывалась им не в первый раз. Составлен также протокол и направлен в экономический суд по Брестской области. Мы стремимся быть максимально приближенными к европейским стандартам. Но любой иностранец ответит вам, для чего он платит налоги. Чтобы иметь все то, что он хочет иметь. Обеспеченную старость, социальное, в том числе медицинское обеспечение, хорошие дороги и образование детей и так далее. Все блага, которые дает ему государство. Мы же хотим много, но за это много платить не хотим. Парадокс. Думается, что осуществлять контроль, придумывать новые методы борьбы нужно. Но человек такая личность, которая на каждый новый яд тут же придумает противоядие. Как говорят медики, нужно бороться не с последствиями, а с их причинами. Нужно не бороться с неуплатой налогов, а ликвидировать причину. Сделать так, чтобы налогоплательщикам было выгодно платить налоги. А еще в помощь всем нам здравый светлый ум, который должен стать средством борьбы с тенью.